Доброе утро всем! Вот какой сегодня у меня огород. Все травой заросло, картошки не видно, лука не видно. Вот, ну помидоры видны. Вон какие краснеют. Вот, этот год мне сделали операцию, кокс отрос. Поэтому полоть некому было. Вот, огурцы все заросли, надо было на мою конструкцию их поправлять, чтобы они росли. Ну, вот так вот. Ну, ничего, на следующий год будет хорошо. Ну, помидоры неплохие. Вот, мало посадили. А вот эти помидоры, вот какие они. И крупные, и все. Они у нас под снегом были. В мае снег был, а они все-таки выжили у нас. Вот такой сорт хороший получается. Да. Вот такие дела у нас.